Здесь такие зеленые ворота. А здесь такая лестница. И еще много зверей. Нет, к сожалению, наверх подняться нельзя. Здесь все загорожено. Придется снять вот этого вот игуанчика. Вот эта птичка. Да, я думала. Но это стекло. Перламутр какой-то. Или это настоящие ракушки перламутровые? Не знаю. Ассистент не знает. Выглядит немного как стекло. Но, наверное, это подделка перламутровых ракушек. Птеродактиль. У него глаз просто из этого. Шарик стеклянный. Такая классная идея. Может быть, мне из глины слепить чего-нибудь, и дети украсят ракушками. Вот это должен быть перламутр с зайцевым, с орлом. Так, а здесь у нас что? Сова. Поближе ее. И с другой двери что-нибудь заснять, увидеть внутри. Мне что-то кажется, что это наше отражение. Вот там стена. Сейчас я попробую поднять камеру. О, это очень сложно. Очень сложно что-либо. А ну вот здесь вот узоры из ракушек. Для тех, кто делает ремонт дома, очередная идея, как можно украсить стены, когда нечего делать. О-о-о-о. И ничего не видно. Поймала еще что-то. Но еще интереснее, что здесь. В общем, выглядит вот так это здание. Я сейчас подойду еще раз немного поближе, чтобы показать, насколько это будет возможно, конечно, показать, поскольку лестница закрыта и наверх подняться нельзя. Но вот эта вот беседка сверху, она вся отделана тоже ракушками. Да. Попробую. Увеличить у меня не получается. Солнце мешает снимать. Пытайтесь рассмотреть ракушки. Но на самом деле глазами я вот вижу отсюда снизу, что на самом деле там все выложено, вся стена ракушками. И колонны тоже. Прелесть.